Всем хаюшки, с вами Чиерик Дид, и сегодня я покажу вам, как сделать, чтобы у вас это запускалось 2 скайпа и больше. И, допустим, если у вас есть 1 скайп, 2 скайпа, 3 скайпа и так далее. Показываю. Заходим в мой компьютер, диск C в моем случае, Program Files, ищем папочку Skype. Заходим в фон. Теперь нажимаем правой кнопочкой мышки. Именно правой кнопкой, потому что больше не получится. И нажимаем отправить. Отправить на рабочий стол. Вот у нас мы создали ярлычочек. И отправляем на рабочий стол, допустим, вот да. Отправляем второй туда. Отправляем на рабочий стол второй ярлычок. Вот. Закрываем. У нас два ярлычка Skype. Вот, мы видим. Так. И что же делать, чтобы запустилось, допустим, у меня два скайпа, и чтобы сделать, чтобы они запустились в двух окнах? Берем первый скайп. Обязательно переименовывайте скайп первый в тот логин, который у вас первого самого скайпа. В моем случае MC Lena 2. Не надо в комментариях писать, что такое девичий ник. Я не виноват, я просто мамин скайп забрал и все. Теперь Чиярик Дид. Все. Но самое главное, что надо нажать опять правой кнопочкой мышки и нажать свойства. Вот у нас такая штучка. Нажимаем пробел и пишет тут такую штуку. Пишет тут secondary. Если вы не знаете, что как ее написать, или вы не видите, там, не знаю, я ее оставлю под описанием. Применить. Окей. Делаем также со вторым. Делаем также со вторым. Свойства. Отступаем в secondary. Как видите, у нас сейчас запустился один скайп. Вот вы уже слышите, как запустился один скайп. Это мы запустили мой самый первый скайп. Сейчас у меня стоит там, не беспокоить. Кому надо, добавляйтесь, приму всегда. Теперь запускаем второй скайп. Нежданчик, второй скайп запускаем. Как видите, он тоже запускается. Входим. Ой, неправильно ввел. И как видите, второй скайп тоже запустился. Два скайпа. Ники совсем разные. Итак, я думаю, вы все поняли. Все молодцы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.